почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литцель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Все ближе с каждым днем Новый год и Рождество. Все острее детское чувство чудесного, праздничного и волшебного. Укрепить сказочное настроение поможет Том Флетчер и его волшебная зимняя сказка «Снегозавр». Не сомневаясь, что эта уютная, веселая, добрая, полная любви и тепла книга вернет нам веру и в себя, и в чудеса, и в дружбу, и в любовь, и в эльфов, и даже в динозавров. Потому что благодаря вере волшебству не умирает. Думаю, что «Снегозавр» – книга для семейного чтения. Автор – молодой музыкант, гитарист, вокалист, автор песен. «Снегозавр» о неожиданной и крепкой дружбе единственного выжившего динозаврика. Яйцо нашли эльфы, а высидел его Санта-Клаус. И мальчика-инвалида Уильяма, который после роковой аварии потерял маму и способность ходить. Сколько он себя помнит, живет с папой и передвигается в инвалидной коляске. Такая любопытная смесь элементов английской классической детской литературы и фэнтези. Ведь персонажи книги способны на злые поступки. Так одноклассница Уильяма, Бренда, что называется, травит, издевается и преследует Уильяма. А злой охотник, в финале он оказывается родным братом папы Уильяма, без раздумий стреляет в него. Но тот по счастливой случайности остается в живых. Но добро всегда побеждает зло. Уильям и Снегозавр растопят ожесточенное сердце Бренды. А Снегозавр, защищая Уильяма, его отца и Санту, просто проглотит злого охотника. Когда Уильям оказывается на Северном полюсе у Санты-Клауса, он по совету Санты мечтает, ведь мечты, чаяния, надежды, все, о чем не попросишь, здесь сбывается. Правда, оказывается, не все. Санта принялся объяснять. Первое и главное – я не могу убивать. Второе – я не могу никого оживить. Третье и самое неприятное – я не умею делать чизкейки. И четвертое – я не могу заставить двух людей полюбить друг друга. Но в Рождество возможно все. Динозавры летают в упряжке вместе с оленями Санты. Друзья находят друг друга, а папа Уильяма встречается с мамой Бренды. И они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Прямо на заснеженной улице танцуют. Вот и сбылась мечта мальчика в инвалидной коляске, загадавшего желание не для себя, а для счастья своего папы. Что ж, дорогие слушатели, читаем «Снегозавра» Тома Флетчера и помним, что Рождество – лучшее время для любви. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».